Значит, что еще? Значит, от обмотчиков к нам поступила очередная партия. Двигатели, которые перемотаны на совмещенные обмотки, они поступили в лабораторию для дальнейших тестов. Сегодня очередной протокол был получен. Вот, и сейчас вот двигатель, протокол на двигатель АД100Л6У2. Провели сравнительные испытания, опять получили положительные результаты. Протоколы готовятся. База этих протоколов растет, отрабатывается методика. Есть некоторые моменты, которые хотелось бы исключить из протокола, это в части погрешности набегающей, но ну, так называемые дополнительные потери, которые по ГОСТу, а на самом деле это набегающая погрешность измерений. Хотелось бы как-то это обойти, но пока что ГОСТы регламентируют их отображение, применение. Поэтому есть такие нюансы, и есть нюансы по определению момента инерции. Ну, достаточно много интересных моментов, которые надо решать.